До этого года передвигаться по селу Кривощёково района Шалакына было достаточно проблематично. От старого асфальта, положенного еще в советские годы, остались только воспоминания. В этом году в рамках программы «Аул Ельбесыгы» в селе отремонтировали дорожное полотно протяженностью в 7 километров. Вопрос плохих дорог в этом селе поднимался на каждой отчетной встрече. В этом году проблему удалось решить. В планах заасфальтировать все улицы в Кривощёково. В селе их 12, половина с новеньким асфальтом. Кроме того, в Кривощёково ремонтируют водопровод. Запланированные работы выполнены на 85%. В 40 домов из 233 уже провели воду. Заменили трубу протяженностью в 10 километров. Вопрос по воде в Кривощёково практически полностью закрыт. В ремонт водопровода было вложено 92 миллиона тенге. Это средства, выделенные в рамках программы «Ауыл Ельбесыгы». Местное товарищество «Асыл Логистикс» поможет завести воду в дома инвалидов и пожилых людей. В Кривощёково проживает около 150 пожилых людей и 35 лиц с инвалидностью. По словам Азамата Жаксыбаева, в следующем году в селе возьмутся за ремонт уличного освещения. Дарья Пашманцева, Александр Янцин, МТРК.